Начинаю правильный день. Стакан чистой водички, йога. В общем, решила позаниматься полчаса йогой. Проснулись мы сегодня в 5 утра. Вот, поэтому на голодный желудочек сейчас выпью водички и позанимаюсь йогой. Позанималась я йогой. Теперь вот такой вкусненький завтрак. Будем кушать с Непушей. Она тут мне помогает, да, звезда моя? Второй завтрак. Сырочек. Мы пойдем кусить кабачки. У меня сейчас будет хачапури, немного растекшийся, но очень вкусный. Я уже попробовала немножечко. Сделала тут себе. Просто это безумие какое-то. Как можно отказаться от лактозы? Я не понимаю. Есть козье молочку, это вообще не про меня. Вот обычный нормальный человеческий творог, это прям вкуснотеево. Ника, баночку хочешь? Давай. Мама, скорее, мой сладкий. А сама ложкой сегодня? А тебе что так нравится? Ой, скажи, мне нравится, когда меня кормят. Так лучше в рот побольше попадает, да? Иди, возей-ка. Мама, что такое? А ты так просишь, да? Ну что ты говоришь? Вот это да. Тебе понравился кабачок, да? Ты посмотри, у нас нос накормлен, все накормлено. Что такое? Что случилось? Ты не уплевывай половина. Я, короче, тут иду за ягодкой. Иду за ягодкой. Земляника. Вкусняшка. Такая тут клубничка висит. О, какая. Обалденская. Хотела показать вот этот гель для душа. Я покупала марафон. И там была косметика, и получается, вот в колесе фортуны я выиграла вот такой вот миниатюрку гель для душа. Божечки, я сейчас вот им помылась первый раз, как он восхитительно пахнет смородиной. Просто идеалити. Даже на всю ванную теперь пахнет, от тела пахнет. В общем, респект ребятам, гель для душа вообще зачетный. Ну, в общем, решила я пересмотреть свое питание. Это у меня кофе на кокосовом составе. Что-то как-то много кокосов. Я добавила, он прям белый стал. Хачапурик сделала такое. Правда, желток у меня немножечко расфигачился, но это безумно вкусно. Если надо рецепт, скажите, я засниму или выложу. Но это очень вкусно и менее диетично, чем вот эти вот булочные хачапурики. Просто божественная еда. И вот решила для конфеточки трюфели. Обожаю трюфели. Такие вот. И вот эти вот безумно вкусные коровки, которые тянутся. Просто офигенские. Короче, у меня завтрак такой. И еще нужно БАДы принять. Ну давайте битленько, скорее. Это такой чумазей. Кто такой чумазей-то, не пойму. Какой чумазей, блин? Кушать хочется, давайте быстрее, блин. Да. Ну и счастливки. Кто такой чумазей? Еще? Давай еще. Да ты умница, что ли, моя? Умница. К
Куда обратно все? Вкусно. Ой, как вкусно. Вот вкуснятина, да, Никаш? Вот это да. Обалдеть. Вкуснота. Ой, какая вкуснота, блин. Да, вот так. Вот. Ну какова красота! Клубничка с его огорода нахвала целую тарелку. Сейчас буду, короче, уминать. Просто запах невероятный. И вкус намного вкуснее, конечно, покупной. Просто обалденская вкуснота. Вот так вот мы просыпаемся и сразу ножки задираем, да, котенок? Ну что такое? Тебе нужно на ручки взять, да, лап моя? Ай, ты счастливая моя девочка. Кстати, она делает так язык. Артём говорит, что это привычка от меня. Я тоже умею делать так язык на бок класть. И она так умеет, да? Эй, лап моя. Ой, Чесноткин, ну сейчас возьмет тебя мама, да? Что мы на улицу пойдем гулять, Чесливкин? Проснулась котенок, поспала полчаса. Ты поспал полчаса, а ты поспал полчаса, сладкий мой. Кокось? Иди, буся моя. Ноги мы задираем вообще просто. Вон. Скоро будем переезжать из колясочки. Скоро не будем спать в колясочке, да? Сладкий мой. Котенок. Делюсь с вами своим вечерним ритуалом. Коврик Кузнецова. Масочка вот такая у меня сегодня будет. Обычно на все лицо. Ну вот, хочу попробовать такую. Посмотрим, как будет эффект. Мячик. Им я в основном катаю ноги, стопы. Очень хорошо прям расслабляет, снимает усталость. И коврик Кузнецова. Отличная вообще штука. Лежу минут 20. Для кровообращения. Вообще у меня болит спина. Ну, как болит-то, затекает из-за того, что Никуша спит с нами, приходится как-то подлазить, подстраиваться под нее. Из-за этого спина часто затекает, и вот коврик — это одно из моих спасений. Вот такой вот коврик — это у родителей здесь дома. Он такой, наверное, так сказать, средней колючести. А этот я заказывала, не помню, то ли Валберис, то ли Озон, в общем, не суть. Он такой прям колючий-колючий, после него прям такая спина красная, но... А он реально мне помогает, прям я чувствую намного лучше. Я вот на ночь минут 20 перед сном обязательно лежу вот на такой штучке, вот, чтобы было лучше кровообращение, поступление кислорода в клетки. Поэтому, кто вот страдает тоже со спиной, обратите внимание, такая вот вещица, вот так он выглядит. Такие колючечки. Я где-то примерно сейчас минуты полторы привыкаю. Да, больновато, конечно, на него ложиться. Я ложусь голой спиной на достаточно жесткой поверхности. Минуты полторы привыкаю, и потом как бы нормально.